день, дорогие дубнинцы! Как и обещал, выпускаю новый интересный видеоролик. Сегодня вам расскажу немножечко о мехе куницы. Мы были у представителей меховой фабрики и поговорили по поводу шубок из куницы. Интервью нам давала Мария. Сегодня хотим рассмотреть шубку в темном цвете. Сейчас я вам покажу фотографии. Посмотрите, пожалуйста. Шубка из меха куницы в стиле летучая мышь. Рукавчик 3/4. Воротничок-стоечка. Цвет темный. Мех куницы. Каменная куница. Сейчас расскажу, чем отличается каменная куница от обычной куницы. Для начала сообщу, что куница – это зверь, который живет и размножается только в дикой природе. Сколько раз пытались зверохозяйство разводить в искусственной среде этот мех, довольно-таки ценный, они все заканчивались фиаско. Поэтому на него и цена не маленькая. Во-первых, из-за сложности добычи, а во-вторых, из-за, конечно, качеств меха. Встречается два вида куницы. Основных два вида куницы. Это обычная куница, то, что вы видели, она имеет светлые тона, немножечко рыжеватость имеет. И темный цвет куницы, это каменная куница. Немножко различия есть. У каменной куницы более жесткий ворс. Более жесткий ворс, и он более темный. Вот, потому что она водится, где присутствует каменная местность. По поводу ворса. И тот ворс очень мягкий, очень пушистый, очень теплый. Но у каменной куницы все-таки мех более жестковат. Вот шубу, которая сейчас демонстрирует Мария, вот посмотрите, пожалуйста, стиль поперечка, она очень легкая и очень теплая. Достаточно вот так вот положить на руку мех, и вы сразу почувствуете отдачу тепла. Шубка прекрасная, и хорошо и по спинке сидит, и по на плечиках. Ну и по длине хорошая для автомобилисток. Вот. Такую вещичку вы можете у нас заказать. Шубки из куницы мы возим на заказ. Вы можете у нас прийти заказать. Вот. Напрямую пообщаться можем с фабрикой, с представителем, уточнить размерчики прямо у нас в магазине. Вот. Так что есть чему стремиться. Хочу добавить то, что мех куницы довольно-таки практичен. Мех куница имеет отличные характеристики, сохраняет свой прежний новый вид в течение 7 лет. Шубка из куницы легкая, теплая, воздушная и, конечно, не оставит никого равнодушным, если полная шубка. Вот. Но в основном, основное направление куницы – это отделка шуб. Вот давайте посмотрим, у нас есть несколько шуб с отделкой из куницы. Сейчас посмотрим. Вот такая вот шубеечка есть, посмотрите. Давайте я покажу вам. Вот видите, здесь идет мех куницы, отделка, капюшон целый, мех куницы. Сама шуба норковая, полная. Вот, пожалуйста, я вот сюда вешаю, посмотрите. Одеваемся по-модному в меховом на Тверской. Всем пока!